Всем привет! У меня есть прекрасная новость. Да, я наконец получил официальную кулинарную книгу World of Warcraft. Книга действительно потрясающая. Интересные рецепты разбавлены красивыми артами, а каждое блюдо имеет свою историю. Довольно примечательно, что мы уже приготовили несколько блюд по очень похожим рецептам, такие как хрустящие крылышки летучей мыши, яблочный сидр или кекс-граку с мясом и фруктами. Хотя в нашем случае это был не кекс, а пирог или пирожок. В общем, это все трудности перевода. В любом случае, рано или поздно мы эту ошибку исправим. А так как многие из вас очень давно просили приготовить напитки, так мы и сделаем. Тем более для этого случая в книге даже есть специальный раздел. И первым блюдом, которое мы приготовим, будет лимонад Гарра. Этот напиток дается в награду за выполнение квеста Гарра Просоленного Копыта под названием «Бич пиратов» в пиратской бухте, что было весьма предсказуемо. И естественно, в квесте идет речь о цинге, распространенной болезни среди моряков еще с крестовых походов, вызываемой недостатком витамина С. И вот как раз нашей задачей является вернуть ящики с лаймами для предотвращения этой болезни. И история в книге нам тоже об этом говорит. Используемый лихими пиратами ради предотвращения цинги, этот лимонад, наполненный базиликом, необходим как для опытных, так еще и для зеленых моряков. Исходя из всего этого, было бы логично, если бы лимонад Гарра восполнял здоровье, а не ману. Ну а теперь, опустив все эти тонкости, давайте уже приступим к его приготовлению. А из ингредиентов нам нужны 2 стакана горячей воды, сок и цедра из 4 больших лаймов, сок и цедра из 1 лимона, 3 столовые ложки сахара, 2 ветки свежего базилика или эстрагона, 1 или 2 стакана холодной воды. Для насыщенности вкуса мы решили использовать 1, кубики льда и свежая зелень для украшения. И по рецепту нужно будет воспользоваться погружным или стационарным блендером. Так как нам необходимы и сок, и цедра из цитрусовых, я решил их просто нарезать и сложить в емкость. Далее кладем немного измельченный базилик, присыпаем сахаром, заливаем горячей водой и измельчаем с помощью блендера до тех пор, пока не останется больших кусочков листьев, и смесь не приобретет приятный зеленый оттенок. Далее полученную смесь необходимо процедить. Для получения более чистого напитка я решил это сделать несколько раз, и даже с помощью марли. Добавляем оставшуюся воду и оставляем охладиться минимум на 30 минут. И когда будете готовы подать его, наполните стакан льдом, налейте напиток и украсьте свежей зеленью. Или украсьте стакан с помощью лимона и лайма, как в официальной кулинарной книге World of Warcraft. Лимонад Гарра очень напоминает всеми известный швепс, но я бы добавил чуть больше сахара, скажем, вдвое. Вот мы наконец и открыли новую главу в нашей кулинарной истории. И помните, готовить намного интереснее, чем кажется. Пока!